Здравствуйте. Российская экономика приспособилась к новым ценам на нефть. Об этом рассказал Владимир Путин на встрече с журналистами. Пресс-конференция прошла в рамках открытия первого Восточного экономического форума во Владивостоке. Отвечая на вопросы, Владимир Путин отметил, мировая экономика и в том числе энергетический сектор должны развиваться естественным путем. Что касается волатильности цен на энергоресурсы, на товары нашего традиционного экспорта, ну да, это имеет место быть, но это от нас не зависит, это зависит от процессов, которые происходят в мировой экономике в целом, на азиатских рынках. Кстати, и здесь мы с китайскими нашими друзьями обсуждали, ничего драматичного мы здесь не видим. Думаю, что эти корректировки биржевые, они вполне были ожидаемыми. Российская экономика, я считаю, уже практически приспособилась к этому. Есть еще, конечно, элементы, над которыми нужно будет работать, причем и правительству, и бизнесу, бизнес-сообществу. Мы так и будем поступать. Во вступительной речи на открытие форума Владимир Путин обозначил генеральную линию власти. Это расширение свободы предпринимательства и снижение бюрократических барьеров экономической системы. Именно эти направления являются приоритетом и для экономики Ненецкого округа. Так прокомментировал выступление президента Игорь Кошин. Наш бюджет, безусловно, зависит от налоговых поступлений недропользователей. Но это вовсе не означает, что мы будем сидеть сложа руки, наблюдая за стоимостью барреля. Задача, которая стоит сегодня перед регионом – развитие производства, удовлетворяющего потребности жителей округа. Животноводство, оленеводство, овощеводство – приоритетные направления, но мы готовы поддержать инициативы окружных предпринимателей и в других важных отраслях – транспортной, образовательной, сфере услуг.